Поддержание сочинских дорог в рабочем состоянии. Это задача повышенной сложности, учитывая то, что большая часть территории курорта – это оползневые участки. Сеть огромная, в этом году осадков было большое количество, оползневых процессов около 237 на территории нашего города. И здесь мы вместе с Росавтодором всегда должны руку держать на пульсе. Параллельно с этим первомайские праздники, начало летнего курортного сезона. Поэтому сегодня для нас важно содержание, эксплуатация, да и вообще просто четкое правильное взаимодействие. Летом нагрузка на дороги значительно увеличивается. В Федеральном дорожном агентстве отметили, что в это время года часто приходится ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, чтобы движение по трассам не прерывалось. С вашей помощью работаем над ЧСовскими ситуациями, которые раз за разом возникают на нашей сети. Мы сегодня ведем мероприятие по устройству подпорных стен в местах оползней. И объем немалый, конечно, 195 километров вообще протяженность, где необходимо устроить подпорные стены, чтобы защититься от оползней. На встрече был представлен новый начальник управления федеральных автодорог Черноморья. Им стал Виктор Вовк. По словам руководителя Росавтодора, это высококвалифицированный специалист, который имеет большой опыт работы на государственной службе.